Всем привет! Мопед Альфа, мотор 150 кубовый, на цилиндре 49, на шильдике 139 FMI. Приколхозил вот так вот воздушный фильтр, пока попробовать. До этого он был направлен, тут стоял прям по ветру, и поэтому встречный ветер, потоки ветра беднили смесь. Сейчас вчера проехал, попробовал. 85 на нем сейчас ехать очень-очень комфортно. 85 реальных километров в час. Так едет больше 90. Много комментариев писало по поводу трубы. То, что душит. Вот сейчас есть у меня старая труба. Хочу обрезать, поставить колено и попробовать, как он поедет. Все это сниму. Результат тоже сниму, как будет ехать. Поэтому итак, сначала откручу старый глушитель. На больших оборотах что-то не дает ему. Жиклер поставлю побольше. Сейчас стоит жиклер 120 топливный. И 30 холостого хода. Свеча была белая, когда фильтр был развернут навстречу ветра. Открутили. Так. Все разложили. Так. Этот глушитель сняли. Теперь ставим все на место здесь. Готово. Теперь нам нужно отпилить старый глушитель. Пилить буду где-то, наверное, по тех пор. Отпилили глушитель. Ставим его сюда. Так, прокладка здесь была, не была. Нету. Мастер я еще тот, честно говоря. Блин. За ножку цеплять будет.
вытягивать не буду. Нормально. Еще попробовать завести. Холодный. Так, прокатимся, посмотрим, как едет. Если результат, если будет результат, то надо будет что-то думать по поводу глушителя. Итак, теперь надо прокатиться. Как работает он, блин. Ох, ёбья мать. Вообще ни грамма. Короче, едет он с ним намного хуже, намного. Все-таки обычный глушитель создает эту газовую заслонку какую-то, блин. Я уже не раз проверял это. Без глушителя он едет хуже. Кому понравилось видео, ставьте лайк, кому не жалко, кому будет интересно. Что дальше буду делать с этим мопедом? Дальнейший тюнинг. Подписывайтесь на канал. Всем удачи!